Приветствую вас, несмотря на то, что вы в конце своего сообщения говорите о прошлом, о том, что какие-то моменты у вас остались там. Тем не менее, ваша ревность, она как-таки берет свое начало именно в прошлом. Может быть, это связано с тем, что вы сами поступили не очень хорошо по отношению к своему мужчине, с которым вы были до встречи с вашим молодым человеком настоящим. Может быть, в чем-то еще. То есть, может быть, вы как-то вот, ну, не уверены все-таки в себе где-то в чем-то. Как-то. И тогда понятное дело, что это нужно будет разбирать отдельно с вами. Потому что, ну, объективно, то, что вы ревнуете, это всегда некий либо эгоизм, либо чувство неуверенности в себе. То есть факт неуверенности в себе, фактическая неуверенность в себе. Ситуация заключается в том, что вы из-за этой неуверенности в себе можете испортить свои отношения. И чтобы этого избежать, необходимо определить, где берет начало происхождение ваша ревность. С чего она начинается? Понимаете, у вас, именно у вас, ревность может быть проявлением того, что вы переносите, может быть, не до конца завершенные отношения с вашим предыдущим молодым человеком на эти отношения. И не завершив эти отношения, которые у вас были, эмоционально их не до конца отпустив, вы проецируете на свои настоящие отношения это же самое. То есть, если вы ушли от своего первого молодого человека, то, соответственно, вы, может быть, просто вот в силу своего восприятия допускаете, что ваш молодой человек второй может сделать то же самое по отношению к вам. И это вас беспокоит. Причина может быть еще и в том, что когда вы были в одних отношениях, в первых отношениях, вторые отношения у вас начались как бы на фоне. На фоне, да, то есть вот и не завершая до конца первые, выступили вторые, во вторые. И вопрос, конечно, совершенно закономерный здесь.
что вас привлекло поначалу в этих вот новых отношениях, да, то есть чем-то они вас увлекли. Понятно, что вначале была любовь, вот вначале были какие-то все-таки увлечения, потом появилась любовь, это понятно, но то, что вначале у вас все-таки были какие-то вот неоспоримые плюсы, плюсы именно, ну, знаете, вот, плюсы именно этих отношений, плюсы именно этого мужчины, это факт. И вот эти плюсы, эти потребности, которые для вас стали, по сути дела, основой для отношений, они делают вас такой вот, я бы сказал, они делают вас такой немного зависимой от молодого человека. Вот. И, соответственно, чтобы вам не ревновать, нужно проанализировать эти ваши потребности. Ведь ревнуете вы в любом случае. Потому, по-другому просто невозможно, да? Ревнуете вы потому, что боитесь потерять эти потребности. Вам они очень важны. Вам они очень нужны. И вы не хотите без них оставаться. Без этих потребностей. И именно о них я и хотел, чтобы вы подумали. Прочитал. Это первая причина вашей ревности. Вторая причина заключается в том, что, на мой взгляд, вполне может быть такая ситуация, что все-таки вот в чем-то вы в себе не уверены. Но только здесь эта ваша неуверенность, она проистекает из установок. То есть нужно понимать, что вот если, допустим, если вы считаете, что, скажем, бывших молодых людей, да, бывших девушек, бывших там парней не бывает, если вы считаете так, то эта установка, она очень здорово вам мешает. То есть вот люди, ну вот вы говорите, что друг вашего парня, он уехал в Америку, уехал в Сан-Диего и, значит, живет-то. Так вот, там, в частности, вот именно в западных странах, там немножко другое вот представление об отношениях, другой менталитет. То есть, если вот для нас это, ну, как-то вот ненормально, то или дело даже, или даже не ненормально, а, скажем, ну, просто опасно, да, или просто как-то вот раздражительно, что люди общаются со своими бывшими возлюбленными и так далее, то вот для западных стран это нормально, совершенно. И вот этот менталитет, а люди уехали туда не просто так, люди уезжают в другие страны не только потому, что им там лучше жить, но люди уезжают в другие страны по многим причинам, и в частности, например, когда считают, что культура, в которой они живут, да, в России, им не подходит. Вот. То есть дело здесь не только, не всегда в удобстве. Это вот, ну, тоже все-таки нужно понимать.
этот момент. И, соответственно, речь идет о установке. О правильной установке с вашей стороны, что вы как человек мыслящий в одних культурных ценностях, в рамках одних культурных ценностей не можете как-то вот принять, что, ну, что могут быть другие ценности. И вам нужно поработать над этой установкой. И, конечно, можно сказать, что самым лучшим вариантом для вас это работа с психологом по данному вопросу. Но это было бы неправдой, потому что самым лучшим способом звезд является все-таки разговор с вашим молодым человеком и честность с ним. То есть скажите ему, что вы ревнуете, скажите ему, что вам не по себе. Вот. Не говорите обязательно, что неприятно вам, или не говорите, что вы не хотите, чтобы она общалась там с ним, с ней. Вот, кстати, вы не сказали, общается ли он с ней или общается с ним, а она как бы только рядом. Вот этот момент непонятен. Вот. Просто расскажите молодому человеку своему о том, вот, что вас, собственно, беспокоит, да? Вот. И очень может быть, что молодой человек вам все объяснит, расскажет, что вы будете разговаривать на эту тему, что вы будете общаться, обсуждать это. И когда постепенно вы увидите, что в этом действительно нет ничего такого для молодого человека, ну, со временем вам будет легче, со временем вам будет проще, ну, не то что даже мириться с этим, а принимать такую вот реальность. То есть, как мне кажется, у вас нетипичная немного ревность, ну, знаете, как, ну, как можно было сказать, да, обычно про ревнивого человека. Я думаю, что вот это связано с этими двумя причинами. Вот. Причины, конечно, эти, они оригинальны, они неоднозначны. Может быть, они даже не входят в какие-то вот такие четкие рамки обычной ревности, но тем не менее. По вашему тексту я не могу назвать вас обязательно эгоисткой, я могу назвать вас довольно осознанным человеком, и именно это не позволяет мне сделать вывод о том, что у вас обычная ревность. Конечно, судить о человеке по тексту, по одному тексту довольно сложно, довольно-таки, ну, как сказать, относительно, да, то есть посредственно можно ошибиться. Вот. Но я думаю, что какая-то доля истины все-таки есть вот в том, что я говорю. Соответственно, если вы сами считаете, что проблема не в этом, то тогда нужно будет разбирать стандартные ситуации ревности, когда вы не уверены в себе, не мыслите свою жизнь без молодого человека, боитесь что-то потерять, и у вас происходит ситуация излишней мотивации, которая деморализует вас. И, соответственно, здесь основным направлением работы можно назвать снижение мотивации, да, снижение значимости для вас, молодого человека, и понижение именно его важности для вас. Не важности ваших отношений, а именно лично значение для вас.
я бы сказал, лично, можно сказать так, потребительское. Слово, оно довольно плохое, но постарайтесь понять его правильно, что потребительское здесь означает, что вы через него получаете что-то для себя. Причем это не то, о чем я говорил до этого, да, то есть не разница между мужчинами, а это именно такое самобытное чувство, появившееся самостоятельно. И это тоже можно с вами разобрать более подробно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!